Сергей Михалков. «Праздник непослушания». Издательство «Детская литература», 1975 год. Глава 17. Высоко в небе, прямо над площадью имени отважного путешественника, кружил большой бумажный змей. На хвосте у него что-то висело. Змей то снижался, то взмывал снова вверх, то удалялся в сторону, чтобы через мгновение вновь оказаться на прежнем месте. Потому как он себя вел, было ясно, что он хочет приземлиться и выбрал местом для своей посадки городскую площадь. Первыми его заметили ухо-горлуносики, потом к ним присоединились таракашки. И вскоре вся площадь была запружена детьми. Задрав головы и разинув рты, они стояли и смотрели на приближающегося бумажного змея. Не найдя свободного местечка, бумажный змей сел прямо на бронзовую голову отважного путешественника. Причем его хвост, соскользнув с пьедестала памятника, коснулся земли так, что малыш, прилетевший на нем, сразу оказался в гуще детей. «Ты кто?» – спросил пистолетик, осторожно тронув малыша за плечо и желая удостовериться, что перед ним настоящий ребенок. Малыш не растерялся. Он стоял на земле, все еще не выпуская из рук кончик хвоста бумажного змея, и с любопытством разглядывал обступивших его детей. «Ты кто?» – повторил свой вопрос пистолетик. «Я? Ужасный ребенок!» – громко заявил малыш. По толпе прошел одобрительный гул. «Зачем ты сюда прилетел?» «Как зачем? Мне надоело слушаться маму, и я от нее улетел». «А у нас все наоборот», — сказал пистолетик. «Мы не слушались, и от нас все сбежали». «Значит, теперь вам все можно, и никто вас не наказывает?» «Нам все можно, но нам почему-то уже ничего не хочется». «А мне так хочется, — признался малыш, — шоколадного мороженого!» Пистолетик побледнел, и его стошнило. «А я ведь опять зацепился, — послышался сверху голос бумажного змея. — Отцепите меня, пожалуйста, только поосторожнее, не порвите мне бока!» Таракан и два уха-горлуносика забрались на памятник и сняли с макушки отважного путешественника бумажного змея. Подхваченный порывом ветра бумажный змей вырвал кончик хвоста из рук малыша. «Я немножко отдохну, полежу на одной из крыш!» — крикнул он и медленно поплыл над головами детей. Продолжение следует.